Настя, что это за книжка? «Дом, в котором» Мариам Петросян. Перечитываю второй раз. Думала, станет понятнее, не стало, но очень нравится. Ну, я считаю, что это настоящая литература. Настоящая? Для подростков, да. Для подростков или подростков. Для взрослых людей? И тех, и тех. Почему а такие нет? Старые, как я, могут читать такую да. книжку? Почему бы и нет? Да. А о чем она? Ну, о взрослении, наверное. Ну, прям вот захотел второй раз прям прочитать. Да. Да. Рекомендуете? Рекомендую. Как художник это говорить? Да. Спасибо. И как вам, как любителю деталей, ах тоже ты. Очень рекомендую. Ах ты, да вы коварные. Придется купить. Да. Спасибо.